Итак, всем привет. С вами я, Настя. Да, очень неожиданно. Итак, это что-то типа летсплея будет, потому что мне нечего делать, и время 11. Окей, да? Вот, да. В общем, да. Короче, дальше все, что будет происходить в видео, это все рандомные действия. Я первым делом, что я сделаю, это поставлю что-нибудь в машину. Господи, Настя, мастер летсплеев прям. Итак, кахема-кахема. Мне нравится вот это платье. Но у меня нет на него денег. В смысле, блин, деньги есть, но я как бы коплю, потому что скоро выйдет новая квартирка, и она мне нравится. Да. Что ж, я могу, короче, вот это поставить, создаваться, но оно мне не нравится. Я не люблю такие длинные фигни. Потому что, типа, ты когда ходишь, они раздвигаются, и как будто они сделаны из не знаю чего, и у меня лагает игра. Отлично. Ну чё, полагаем, да? Все отлично. Мне ничего не передвигает. А, все передвигается. В общем-то, блин, я не знаю, что делать. Короче, надо поставить что-нибудь мастериться в тренировочной форме. Оно мне нравится. Оно похоже на спальный костюм. Да, боевая форма. Так, все, я, короче, делаю вот это. Мне все равно. реклама, не надо, пожалуйста. Все, спасибо, да. Настя, мастер по отмене реклам. Ставь лайк, если тоже отменяешь рекламу. Ой, фу, лайк, накрутка. Все, дизлайк, отписка. Итак, еще читать смски. Некоторые я уже читала. Да, спалилась. Итак. Господи, меня штырит. Итак, примем. Итак, я тебе так. Пора прекращать. Итак. Короче, сейчас примем все друзья. У меня, по-моему, уже больше 2000 друзей. Это немножко стрёмно, потому что у меня очень лагает игра из-за этого. И, короче, я днем заходила сегодня. Вот, у меня, видите, сколько уже друзей. Ля-ля-ля. Итак. Опять так. Блин. Пора завязывать. Короче, я сегодня заходила в игру, и у меня было 99 плюс друзей онлайн. Да, просто чтобы вы понимали. Я не знаю, сколько их точности было, но 99 плюс. То есть это получается 100 человек. Итак. Опять так. Я скоро себя за это побью. Так, меня зовет девочка Фея. Это Ева. Мы с ней в ВК списались, и она такая, типа, давай играть. Я такая, давай. Ну, примерно так все было, да. Подождите, загрузка, конечно, я тебя так обожаю, просто я твоя фанатка, загрузка. Короче, я загрузилась. Наконец-то. Так, я не знаю, что мне делать. Блин, серьезно. Я не знаю, что мне делать. Время 11. Настя снимает летсплей. Ёпарсете. Приветик. Давайте напишем привет. Блин, это неудобно, потому что я одной рукой держу телефон, а другой, как бы, просто поворачиваю экран, там пишу. Потому что если я буду держать еще второй рукой, то я просто закрою динамик, и меня не будет слышно. Вот, собственно, из-за этого и были проблемы со звуком в видео с обновлением. Да, потому что я лох пошел. Как ты думаешь, типа, куда-нибудь сюда приду сейчас? Я думаю, что нет, потому что всего 38 человек онлайн. То есть большая часть спит, и большая часть как раз-таки за мной бегает. Думаю, нет. Да. Думаю, нет. Черт. Бегут. Окей. Кстати, я хочу переодеться, потому что... Блин, у меня как раз-таки... Я же говорила, что я забрала... Нет, или говорила, или... Блин, я не помню уже. Глубокий вдох. Короче, я хочу переодеться, потому что у меня недавно прям... Сколько там? Может, минут 9 назад сделались новые штаны, да. Это моя квартира, привыкай. Тут одни бои. Ой, жизнь, просто жизнь. Так, я хочу переодеться. Давайте напишем то, что я переоденусь. У меня уже Т9. Короче, она сохраняла кучу слов, которые я просто использовала в Вакине. И знаете, типа, ты убиваешь одно, а тебе пишут там что-то другое, и ты вспоминаешь тот случай, когда ты это писала, и просто начинаешь дико с этого угорать. Итак, это мой гардероб. Господи, что ты так что делала со своим голосом? Короче, меня, кстати, просили снять видео, типа... мой гардероб, то есть показать свою одежду. И это будет очень долго, поэтому я говорю то, что я когда-то это сниму, но на самом деле я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что я уже сказала то, что у меня очень много одежды. Хотя я хочу еще. Просто жизнь. Потому что, знаете, реально, типа,
У тебя есть что-то, но ты носил это раньше. То есть сейчас тебе это не нравится, и ты хочешь еще и еще. Да. Тебе как с этими сапогами. Просто я их раньше обожала. Я их всегда носила и везде. Там вы топы сапоги мои. Я не знаю, что обуть. Скорее всего, вот эти кроссовки, потому что они тоже имеют зеленый, но нет, они слишком светлые. Так, давайте, короче, вот эти кроссовки обуем, что... Ой, сколько лет я их уже не обувала. Интересно, интересно. С 11 уровня, да? Итак, теперь надо надеть торс. Это самое сложное, потому что у меня его много. Кстати, я элитка, у меня, короче, есть такие футболочки, типа бета-тестер. Да, мало у кого такие есть, потому что я тестировала новую версию, как бы, давно еще. Когда еще, типа, было топ-обновление, когда у всех еще лагало, то, что, типа, одежда, шмотки попадали, да. Да. И не знаю, что надо надеть на торс. Итак, у меня отлагало. И я думала, что я надену такую... О, нет, господи, не надену. Я ошиблась. Я думала, что такое можно что-нибудь, да? Покажите мне, господи. Я не знаю, что мне надеть. Все, просто жизнь, боль. Серьезно, что мне надеть? Подарите мне зеленую майку, пожалуйста, нормальную. Я буду ее носить и вспоминать вас. Я покажу ваш профиль. Я пропиарю вас. Нет, я пошутила. Просто подарите мне, пожалуйста, майку. О, отлично, мне это нравится. Все. Или вот это. Нет, вот это. Черт, не лагай, пожалуйста. Не надо мне это. Короче. Ну, грузить, пожалуйста. Не надо мне это зеленое чудо. Помню, раньше в таком ходила, только бежевым. Вот он. Меня не надевается топик. Почему? Что за лагучий зеленый пипец? Все. Так. Думаете, что можно что-нибудь еще на руки надеть? Надеть на руки. Как-то странно звучит вам, мне кажется. Так, я думаю, что можно... Что сделал? Да, кольцо, конечно. Ну, короче, типа... Договорились их не снимать, но как бы я все равно иногда меняю на что-то другое, потому что просто так получается, что у меня образы сохраненные, и я их надеваю. Да. Просто мда, Настя, мда. Итак, думаете, что его так сойдет? Хотя можно еще причесочку поменять. Окей, как. Не на что менять, пускай такая будет. У меня только недавно эта прическа появилась. Потому что я купила набор новичка, да. Просто все покупают набор новичка. Он стоит всего 1000, и там много шмота, мебели, даже питомец есть. По-моему, две квартиры. И я такая, типа, почему бы нет? Хотя у меня все равно половина была, но как бы мне понравилось. Так интересно, сколько прошло? Минут 5, да? Окей. Сколько у тебя друзей онлайн? У меня 43 друга. Ты сама можешь это увидеть прямо сейчас. Такие дела. О, народ попёр. Так, тебе XP дают. Настя начинает лют притоптывать. Да, я вижу. Я не слепая. Я забыла про одну очень хорошую новость. У меня уже 30-й уровень. Да. И, короче, знаете, такая ситуация произошла, то, что мне не начислили деньги. И, короче, я обратилась к Джули, типа, попросила, то, что мне не пришли деньги за уровень, пожалуйста, дайте мне их. И, короче, мне их начислили через 2 дня. И, ну, было дело примерно в обед. И я, короче, как бы сидела просто, ну, просто сидела. И такая, типа, поэтому... Вижу, что мне приходят смс-ки ВК, я такая захожу, а мне, короче, подруги в ЛС бомбят, типа, Настя, тебя в игре забанили. Короче, там смайлики плачущие, типа, только до 30 уровня зашла, как сделала, чё, за что. И, короче, я такая захожу, типа, в смс с Джулией, мне пишут, что, типа, награда зачислена. Я такая в игру захожу, такая, типа, окей. И, короче, потом захожу, такая... Захожу обратно в ВК, пишу то, что просто мне зачисляли деньги. И, короче, у Леры бомбило. Немного бомбило. Было весело. Пипец. Они тут что-то обсуждают, а я разговариваю с телефоном. Господи. Психопатка. Конечно.
Вообще, мой последний летсплей был, когда я была, по-моему, на уровне 17, может, 15. Это было так давно, о господи. И я еще носила блондинистые волосы. Хнык. Короче, это в Хэллоуин было, и они только вышли. Да. Так. Опять и так. Что там? Так ты будешь снимать летсплей? Не буду. Нет. Наивная девочка, ты многого не знаешь обо мне. Да. Господи, Настю штырит. Интересно, сколько я уже сняла? Потому что я как бы снимаю поминутно, то есть я снимаю видео по 3 минуты, может меньше, потому что если дальше снимать, у меня будут лаги со звуком, то есть типа просто будет идти то вперед, то назад. И, короче, будет какая-то непонятица. И, в общем, да, поэтому я не знаю, сколько я уже сняла. Да. Короче, Ева опять что-то пишет. Ору. И пх-пх-пх-пх, я тоже ору. Господи, вы слышали это? Пх-пх-пх-пх-пх-пх-пх. Давайте напишем, типа... It's prank. Е, ю, попалась. Типа, ты попалась. О, господи, лаги. Я немножечко это подбешивает, потому что реально, мне очень лагает Авакин. Все из-за большого количества смс, из-за большого количества... It's me пранканули. Конечно, наивная девочка, что я несу. Время почти 12. Я начала снимать, то есть 13 минут, получается... О, ничего, так я снимаю, да? Зато хпшки есть. Вот вообще, знаете, она, короче, меня в свою хату привела, за мной пришел народ, я поняла. Типа, Ева просто умная. Ева. Да, пишите хэштег Ева умная. Господи, что я делаю? Так, еще там. Лола хотела так же. Так. А, нет, она по мне. Я думала, что мне даже принесла. Я бы там бомбалила. Пум-пум-пум-пум. Так. Она по жизни в джинсах, но я думаю, что она стопудово, она когда-то покупала в Вайкине платья. Типа я фея. Ты даже не Винкс. А, Настя, пошли твои ролики смотреть. Зачем мне их смотреть? Нет. Короче, не буду продолжать. Куда она пошла? Она что, топиться пошла? Ты что, дура? У нее тут ковер с ноутбуком. А, она гнила. Положить ковер, поставить ноутбук без зарядки. Еще чтобы он проломился надо. Просто идеально. Фея, короче, пишет про бензин. И это тоже довольно-таки интересная история. По-моему, это летсплей про истории. Короче, она мне написала прошлой ночью, то есть, типа, 3 ночи, мне пишет девочка, и такая, типа, ты что, реально в Нижнем Новгороде живешь? И такая, типа, чё, чё тебе надо от меня? 3 ночи, почему ты не спишь? И, короче, отвечаю, типа, да. Она такая, вау, так приятно. Там люди такие знаменитые, знаменитые, ха. Короче, в Нижнем Новгороде живут. И такая, типа, в какой части? Там есть такое, я в этом не очень шарю. И такая написала, типа, ну, написала, где живу, она такая, типа, надеюсь, что это близко. И, короче, она проверила, от нее до меня 25 километров, то есть это 30 минут езды. И она такая, типа, начала уже просто в шутку говорить, такая, типа, я дам своему отцу деньги, он заплатит за бензин. И я приеду к тебе, вломлюсь в твою квартиру и сделаю с тобой селфи. Отлично. Просто, блин, это пипец. Мне даже страшно стало на несколько минут, серьезно. Так, ты меня пугаешь уже. Почему я тебя пугаю? Фея, ты же фея. Ты не можешь ничего бояться. Типа, а нет, ты не Винкс, я совсем это забыла. Если напишем, типа, почему, лол, почему? Блин, знаете, я такая адекватная, типа, вся, да, вся правильная, а у меня сегодня утром бомбило то, что за мной люди ходили. Серьезно, блин, я, короче, хожу в кафе, за мной люди идут, а я просто хотела с фейку себя заказывать. Люди сами тоже начинают работать. Почему они не понимают, уж никто тут ничего не закажет. Просто, блин, в шоке. Короче, если вы увидите меня и какой-то нулевой уровень или четвертый, то это я с фейком. Я сама у себя заказываю. Не стоит наниматься там на работу. Да. Я просто забомблю, я убегу. Я, может, в игру не войду целый день. Но вы не будете здесь работать. Поняли? Так,
Ты всегда так молчишь, потому что я маньяк. Конечно, девочка. Так, короче, я думаю, что можно заканчивать этот глупый, нафиг ненужный летсплей, в котором я просто несла бред. Время 11. Я играю. Господи, потом смотрю видос. Че? Оу, щит. То есть так она меня, короче, нашла. О, господи. Ну что ж, все, всем пока. Удачки, больше вам лайкоинсов вообще. Целую там все такое.